100 сел страны под угрозой исчезновения, так как там закроют объекты социальной сферы, это школы и больницы. По данным вице-министра нацэкономики Ермека Алпысова, есть стандарты, при количестве менее 15 учеников начальную школу могут закрыть, поскольку нет определенной перспективы развития такого села. Для решения проблемы в рамках проекта «Аул Ель БСГ» из республиканского бюджета на 2019 и 2021 годы выделят 90 миллиардов тенге на развитие аулов. Объем финансирования на одно село в среднем около 670 миллионов тенге. А вице-министр отметил, что в этом году в стране модернизируют 52 райцентра, что позволит в ближайшие годы качественно изменить жизнь 700 тысяч сельских жителей.